Здравствуйте. Ну что, красота. Любо-дорого смотреть на фунт. Летит себе красиво так куда-то в сторону стратосферы. Причем так красиво, что аж всех завораживает, словно удав. Действительно, у всех челюсть в пол. Видимо, уже даже и пробивает пол. Смотрят. А что происходит? Что такое-то? Ну, естественно, самые буйные сразу решили посмотреть, что же там. Блин, это же индекс делового оптимизма в Англии. Он лучший за сайт там сколько-то лет. Вот вам, пожалуйста. Все совпадает. По времени все ровно то же самое. Ну, замечательно. Все сходится, да? У меня только два маленьких вопроса. Вопрос номер один. Кто-нибудь до сегодняшнего дня может припомнить упоминание индекса делового оптимизма в Великобритании? А? Напомню, нет. Просто до недавнего времени о нем вообще никто ничего не говорил. А тут как-то раз так вот хлоп, ни с того ни с сего, тут же он становится поводом для такого роста. Второй вопрос, тоже такой маленький очень. Кто-нибудь может припомнить хотя бы один пример, когда на довольно низковолатильном рынке какие-нибудь индексы экономического оптимизма, делового оптимизма, да что там говорить, даже индексы делового оптимизма, или деловой активности, как их правильно называют, да, приводили к тому, что раз котировки резко куда-то улетали. Ну, кто-нибудь может вспомнить такое? Опять подсказываю, нет. То есть как-то вот странно, а при чем тут тогда этот индекс делового оптимизма? Откуда тогда все это взялось? То знаете, зато я могу припомнить вот что. Есть очень хороший критерий того, когда на низковолатильном рынке, зажатом, раз что-то выстреливает так, а причиной становится, ну, какое-то вот странное и резкое изменение планов центральных банков. Ну, например, ЕЦБ, ФРС или Банка Англии. Что, в общем-то, и произошло. Примерно одновременно со всеми этими британскими статистическими данными стало известно, что, в общем-то, все окончательно пересмотрели прогнозы по итогам предстоящего заседания Банка Англии. Ну, для понимания, еще вчера, где-то до середины дня как минимум, все были уверены, что до конца текущего квартала ставка рефинансирования будет снижена с 0,75 до 0,5%. Причем почти все упирали на то, что, да, в общем-то, произойдет вот-вот, вот на этом заседании. Открываешь сейчас какие-нибудь котировки по фьючерсам на ставку рефинансирования Банка Англии. Да, 0,5. Ну, где-то август-сентябрь уже. Все. Прогноз пересмотрен, планы пересмотрены. Не будут снижать процентную ставку. Будут ее держать еще полгода как минимум. И все, все расслабились, выдохнули. Напрягаться нет смысла, пока проценты остаются такими же. И фунт полетел наверх. Какие-то индексы. Глупости полные. При этом, но, тем не менее, надо сказать, что музыка все-таки недолго играла. Вышла американская статистика, довольно, кстати, неплохая по рынку недвижимости. Тут вам и цены растут, и продажи растут. Ну, в общем, мечта идиота, как говорится. Поэтому рост, в общем-то, на этом и остановился. Но англичане в очередной раз показали, что умеют в случае необходимости просто перевернуть все вверх дном, как голубь на шахматной доске примерно. И, соответственно, думай, что дальше с этим делать, как говорится. Пока будут постепенно все приходить в себя. Но, тем не менее, вот интрига меня вот беспокоит. А Кристин Лагард сможет повторить фокус британцев? Ну, завтра ее выход. Заседание ЕЦБ. По сути дела, больше там нечего рассматривать-то. Тут у нас и куча всяких интриг вокруг этого заседания. Ну, Кристин же у нас рассылала письма представителям и руководителям ЕЦБ с запретом им давать хоть какие-либо вообще комментарии относительно монетарной политики. К чему это? Зачем? Зачем такая конспирация? Прямо, не знаю, какие-то уже теории заговоров можно строить. Так что, вполне возможно, нас тоже хотят чем-то удивить и порадовать. Правда, порадуют ли, непонятно. Хорошо ли это будет или плохо. Но, тем не менее, интрига сохраняется. Нам могут преподнести неплохой фокус. Да, ставки остаются неизменными. Это очевидно, их никто трогать сейчас не будет. Но достаточно будет в следующей пресс-конференции Кристин Лагард хотя бы намекнуть, ну, даже не намекнуть, а просто сказать, да, что мы рассматриваем как вариант возможность, как один из вариантов, не единственный, а множество вариантов, повышение процентных ставок. И все. Евро повторит сегодняшний фокус фунта, ну, даже еще круче будет. Там не 100 пунктов примерно рост будет, а под 200, под 300 вполне возможно. Вот это будет, конечно, ох и ах, как говорится. Ну, как говорится, посмотрим об этом, про это завтра. А пока на этом все. Удачи и хороших торгов.